самое смешное, что вот этот вот чувак на водном мотоцикле, который сейчас носится, пытаясь привлечь мое внимание, его не было несколько минут назад вообще. И людей в кадре переходящих, проходящих перед моими глазами, между мной и солнцем, тоже не было. Я вот сейчас сижу и смотрю, стараясь как можно дольше не мигать. А мне подсовывают всякое разное, чтобы я обратил внимание туда. Ну, это же ум мой подсовывает. Он не хочет, чтобы я так просто взял и растождествился с телом и с умом. О, опять эта муха прилетела. Он, наверное, решил умереть здесь, только бы привлечь мое внимание. Интересно, я вообще в кадре? Или так просто все? Даже не помню, нажал я кнопку записи или нет. Наверное, нажал. Ну что, посмотрел на тебя, все? Доволен? Вот буквально за несколько минут до заката можно спокойно смотреть на солнце и не испытывать никакого дискомфорта. Дыхание тела и шум волн, что-то в них есть похожее.
А еще я заметил, на закате, когда солнце уже почти прячется, то прямо видно вот этот вот тор, когда вот из центра исходят лучи, и они же заворачиваются, потом обратно в центр. Слева, справа, сверху, вниз. Ну, в общем, такое кольцо получается. Бублик. Электромагнитный. Или какой там. Надо у физиков спросить. Ой, меня уж почти не видно. Ужас какой. Да, и батарейка почти села. Я думаю, неинтересно столько времени смотреть на такого пиздюка, который ничего не делает в кадре и не развлекает, да? Все же привыкли, чтобы их развлекали. Все. Целую.